Кстати говоря, у меня к вам вопрос, пока мы с вами вот здесь вот так сидим в дружной обстановке такой. У меня к вам такой хороший простой вопрос. Если у меня будет появляться время просто постримить то, что я хочу, ну, то есть вне зависимости от того, там, что, например, выбирается на субботу, как стрим, что там, StarCraft и прочее. Я, например, захочу там поиграть с другом в Diablo, если у меня будет такое свободное время, при этом я могу еще, например, постримить. Есть ли, как бы, у вас желание смотреть то, что будет там в итоге? То есть, включать ли мне стрим или оставлять все это дело без стрима? Ну что ж, с чего бы мы сегодня начали? Сейчас посмотрим, как только у нас загрузится карта. Потому что у меня почему-то они решили не загружаться, и название мне не показывают. Теперь не то, что, блин, закладки не загружаются, тебе еще и карты не хотят загружаться. Да, иногда и такое бывает. Колдун-мечник, не знаю почему, но он мечник. Что? Не знаю, братишка выдал такое. Колдун-мечник? Колдун-мечник. Грыженый слит не хочет тащить. А ну тащи слит. Давай-давай. Нет, мужик, ну как так? Какой драгон? В смысле, какой драгон? Крис пишет, хай драгон. Какой драгон? Не знаю. Видимо, Инфернал. Представь себе, ник Драгон довольно распространенный. Нет, там просто даже в чате с таким ником никого нету. Нет, вот, есть выше. Infernal Dragon. Я просто читаю первую часть ника, и мне так привычнее. Вот-вот. Видите, с какими людьми приходится работать. Работать. Когда так говоришь. Оу, я промахнулся. В смысле? Я не тому дал модерку. Оу. Все уже подправлено. Да-да-да-да, вот это поворот. Причем человек этого не заметил. Что самое главное, знаешь, просто... Тот момент, когда человек не заметил, что у него мордорка. Я заметил, что на боссе такой печальный смайлик. Такой, точнее, не печальный, а гневный смайлик был. Вон, ты тоже, чё не берешь еду, а? Чё овечек не взял? Ну вообще я до них не достаю. Это никого не волнует. Братишка пишет, что я, что колдун лень деза, доги злой деза, гриз жестокость деза, а сам братишка это чувак, который кричит все время убить, если что. А, и если что, поправите. Писал он на свой взгляд. Я ничего не понял, если честно. Как же это все быстро убивается? И одновременно медленно. И то такой, я прилягу, отдохну. Сам себя обозвал. Это верх скромности. Эй! Эй! Пока один, пока второй. Мне не хватит урона тупо, чтобы это убить. Ты будешь тащить за меня, за них, за всех. В общем, будешь тащить. Без танков, да? Мне как бы их вынесли. Хотя, мне тоже вынесли всех танков. Мне сейчас главное добить танк. Танк добит. И, в принципе, эти бабёнки должны... Нет, они не затащат. Почему ты бьешь двух разных? Дура. Женщина. Женщина, что ты творишь? Ну ладно, оставил трех. Тащи. Где шторм? Где шторм? Где шторм? Вот он. Только посмотри вот сюда. Вижу. Это видео, что еще есть. Мне это очень сильно печально. Оу. А, смотри, сколько у них прошло, лол. Да я вижу, я же про то и говорю. Стоп. А, получается, только мои интересы. Лол, посмотри! А, это ГГ, все. Тащи, чувак. А вы пендривались-то? Как бы мне нормально, у меня 4... А вы пендривались-то? Нет, слышь, а вы пендривались-то? Кстати, я еще и этих-то убью. Лол. Два мага. Ха, ГГ. Ей! А в прошлом раунде видели, написали, Деска слил там все дела, да? Да, я слил раунд, но не войну. А, ладно. У меня, как всегда, на здоровье больше. В смысле? Читер. На жизнь. Читер.
Значит так. 2-1. Кинуть колдуну репорт. Сейчас, секунду. Где там кнопочка репорта? А то он читерит, да? Много, ребята. У меня вопрос, почему у нас уже кто-то умер. Видимо, кто-то не понял, как ставить что-то. Добрость. Я рад за тебя, я пока 4, не сделал. 3-2-1. Раунд. Я получил достижение собака. Что? Я получил достижение собака. Я ничего не делал, но я получил достижение собака. А теперь прям как в крыльях свободы. Рейна стреляет из своей винтовки прям по гидралискам. Только что-то это не очень хорошо получается. Да. Гидралиски стали... сильнее, чем Рейнер. Проблема. Что-то пошло не так. Проблема, да. Рейнеру по привычке пришлось стрелять, но что-то не получилось. Слушаю. Иду как могу. Убейте. Минус 2. Не вопрос. I'll be back. I'll be back, давай. Вот, отлично. Ложись на меня. Ты понял. Угу. Можно Reaper плюс Кост. Нет. Нет. Вот это было, вот это было близко. Кстати, именно на этой карте ты меня пообещала пирожки. Где пирожки? Как раз миксер, тесто, все дела, давай. Я только за. И как-то не все подключают. Я не против пирожков с мясом. Правда, я не уверен, что глаза это мясо, но окей. Пирожки, ну, было бы, конечно, неплохо, если бы привезли, ну, смотря откуда. Смотря от кого. Смотря от кого и с чем, да. С детонатором. Ну, с детонатором-то как бы без проблем, а вот с динамитом не факт. Не, знаешь, с детонатором как страшнее, ты, то есть, ешь, оба, детонатор такой, оба, а бомба-то где? Ну да, да. Ой, где-то что-то взорвалось. Человек написал, давай я к тебе заеду, я сладкий. И что-то как-то двусмысленно получилось. Ну да, это действительно как-то двусмысленно получилось. Согласен. Я даже сказал, что это как-то немного странновато и страшновато одновременно. Причем, знаете, я при этом не боюсь какого-нибудь огромного мужика, да, который там ко мне может заехать и там сказать, я тебя убью. Это не так страшно. Чем выражение, давай я к тебе заеду, я сладкий. Это как-то... В общем, это странно звучит. О, Крис, я понял, почему Крис заплакала. Чё там? Ей и пальцы от мандаринок жжёт, и ещё и Ранлинг Ран игра. А пальцы почему жжёт? Потому что она, видимо, где-то порезалась. На самом деле печаль. Моржал, когда он постебался, потом... А, ну это как-то печально. Я очень добрый. Очень, да, вообще. Так, у меня вопрос. Нет, он к тебе бежит. Он, смотри, раллинг бежит к тебе. Да я знаю, что он ко мне бежит, но сейчас добежит. Она не добежала. Она? Да. Проблема. Почему она? Да, почему она? Странный не... вопрос. Почему она, а не он? Я к этому. Ну, если я правильно помню, то... Сейчас. Секундочку. У меня плохая память, не надо, так что не обижайтесь. Да еще такой вопрос мне опять надо было. Можно к тебе на кофе? Это кому вопрос адресуется? Сложно сказать. Не, ну, ко мне, в принципе, конечно, можно на кофе, но... Такое... Кто там хоть остался? Зерлинг один, который бежит. Просто если... Ну, аккуратненько, все поедет. Ну да. Еще кто-то один. По-моему, тоже. А нет, ибо вот, не... Вот, видишь, тебе ответили. Потому что я она. Видишь? Что... Ты не запоминаешь людей. Не, все, я ты сразу... Ты не запоминаешь людей. Я сразу по фразе «злой колдун» знаю, кто это. Все. Я 100% знаю, кто это. И сейчас она нас поднимет, по идее. Насчет меня не уверен. Тебя там вообще легко поднять. Но спасибо. Вот, со мной не, я же злой. А, в этом смысле. Да. Ну, если только.
Заблинкался. Да. Ну я дальше. Заблинкался. Да в блинкости там нету вообще ничего. Я сейчас за папой пойду. За бабой? Ну, бабу. Или, окей. Я не знаю, как правильно сказать. Надеюсь, он поймет, о чем я. Все. Ну вот, видишь, колдун, на тебя все в чате жалуются с пивкой. Пофиг, что это про меня, но на тебя все жалуются. Наглый дезертир. Да-да-да. У меня как бы торт в холодильнике лежит. Мне не особо, честно, нужны печеньки. Как бы. Без комментариев, просто без комментариев. Что? Вы оба слились? Смотри, где я слился. Пошары! Вернусь к тебе через круг, когда до меня кто-нибудь дойдет. А-а-а! Молодец! Походу это ГГ. Нет, я верю в ребят. Ну, в основном они проходят как раз из-за гидры, потому что гидра очень классно все это дело разбирает. И угу. Я спасаю тоже. Окей, меня спасли, и я ушел обратно. Шикарно. Спаси меня! Фак, я поднял человека, который... А, нет, все. Просто, знаешь, у меня сейчас был смешной момент, я поднял человека, и он не двигался, я думаю, фак. И при этом я умер. Я, знаешь, так сижу и думаю, блин, давай я поднял. Давай. Потом нет, вроде меня поднял. Бросил их в беде. Пойду поднимать лучшего. Колдун. Колдун. Повернись налево. Чаю, кофе, чайник. Ну, понял, да? Я ведь знал, что это плохая идея. Нет. У нас гидра, по идее, должна дойти. У Эс Медиума чай черный. Ну, логично. Каков хозяин, такой и чай. У меня чай желтый. С лимоном. Знаешь, я как-то... Не, по-моему, он не с лимоном, дружит. О, кстати. Мне нравится такой вид бейлинга. В смысле? Как вам бейлинг, ребят? Я посмотрел, что как он закопан выглядит. Да-да-да. Я знаю, прикольно. Под карт. Я просто это первый раз показывал. Эс Медиум больше не черный. Да как? Он красный. У него цвет стырили. Что-то пошло не так. Вот, ребята, я еще раз повторюсь, что мы пытаемся вас всех пригласить, но, к сожалению, так или иначе, не все могут попасть, потому что на картах места ограничено, плюс... А с медиум вообще розовый. Розовый медиум. Ну нет, в принципе, все правильно. Это, знаешь, там медиум же, это по сути средней прожарки, да, то есть он как раз где-то такого цвета и должен быть, если учитывать мясо. Недожаренный медиум. Что-то как-то. О, я Зила, да? Круто. Сейчас, короче, я буду лошарить. Давай ты будешь со мной бегать, короче. Я тебя сразу убью и все. Не. Давай. Не. Давай чаем их накормим. Вот первый раз в жизни, давай объединимся. Быть мужиком, а не тряпкой. А до этого мы не объединялись. А до этого мы не объединялись, да. Ну, не, ну, за зелка мы, кстати, не объединялись, насколько я помню. Все. Я успокоил его. На самом деле, вот здесь вот есть Рейнер, которого можно убить. Получить с него энное количество денег. Колдун, говорят, накорми, пожалуйста. Колдун, накорми их, пожалуйста. Чем? Чем-нибудь вкусным. О, колдун, блин. Такой опасный? Ну хотя ладно, не буду настолько наглеть. Я так сижу и думаю, блин, неужели вы так сильно меня ненавидите, друзья мои? Я тебя очень люблю. По-моему, наоборот. Тебе не кажется? Знаешь, когда кого-то любишь, ты как-то стараешься его оберегать. Здесь, по-моему, происходит совсем другое все, нет? Так мы же чай несем. А, вы чай несете, да, такой, с кислотой чуть-чуть. Да, привет всем, кто пришел. Да, хаешки. Так я так понимаю, ваш чаёк немножко с кислотой, да, так? Серный. Почему сразу серный? Ой, бедная собачка. Я же и другие ещё кислоты.
Ну, я понимаю, но, знаешь, стерная как-то вспоминается быстрее всего, понимаешь, проблема долбанного образования. Не, ну это да. Как же меня хотят убить просто? Не, не, не. Я рад, что я напоминаю вам про чаёк, дорогие мои друзья. Чай это полезно, хотя, как по мне, кофе полезнее. Хотя, на самом деле, вредно и то, но это уже другой вопрос. Интересно, выживет она? Ну ты понял. Максимальное восстановление просто у нее. Ты это видишь, да? Колдуныч. Угу. 350 хп. Лол. Не, ну ребят, должен же быть хоть один злой модер. Ну вот знаете, которого реально все боятся. Боятся. Ну или как минимум не любят. Но тем не менее, сам факт того, что злой модер обязан быть, это факт. Неоспоримый причем. Угу. Всегда должен быть кто-то добрый и кто-то хороший, чтобы на фоне друг друга оказаться либо злее, либо наоборот добрее. Кое-что я еще не использовал ни разу. Минус один. Скалдун, здравствуй. Как все дела? Нормально. Как настроение? Скалдун, давай не бегать. Иди нафиг. Колдуна последнего была. Нее. Уже поздно. Колдуняша страдает. Не правда ли, колдуняша? О, там сейчас кто-то есть, да? Теперь уже нет. Ухас отдали. Твоя воля исполнится. Я нашел здесь. Хасар де Кемплай. Саарданиса. Окей, попытался разжиться на золоте, но что-то не получилось. По зову чести. Саарданиса. Твоя воля исполнится. По зову чести. Саарданиса. Особу чести. Ну вот. Таки убили меня. Ну ладно. Надо было, кстати, медиума убить.